Руслан, твои дети съели мою грудь. В смысле? В прямом. Раньше она была пышная, упругая. Красотка третьего размера. А теперь это, ну, пушки как из панели какие-то. Вот тебе, не грудь. О, у меня дуля больше, чем моя грудь. Ну и что теперь делать? Ну что, реставрацию делать. И сколько стоит? Ну, в районе миллиона. Как ты хотел? Как я хотел? А что это я должен оплачивать? Он кто ел, тот пусть и скидывается. Я что, чужие счета буду, что ли, оплачивать? Ну дай хотя бы на бюстгальтер. Да зачем тебе бюстгальтер? Тебе же в него и положить-то нечего.